Депутат Государственной Думы Николай Брыкин побывал в Упоровском районе. Там он провел прием граждан. В частности, директор школы попросил оказать помощь в приобретении оборудования для кружка по робототехнике. Депутат пообещал, что средства будут выделены. Всего поступило 6 обращений, все они приняты в работу. Также Николая Брыкина познакомили с работой Центра реализации молодежных программ, который очень впечатлил гостя. Поражен и удивлен. Вот то, что сегодня делает глава, его заместители по линии, здесь и дошкольное образование, и школьное образование факультативное, которым они занимаются. Вот вообще здорово, если честно, здорово. Плюс тому, что мы посмотрели вообще сам район, я уже не первый раз, но какая-то добрая атмосфера здесь на самом деле. Действительно, наверное, неравнодушные люди здесь работают в руководстве района.